Волейбольный клуб «Амичка» завершил первый этап подготовки к предстоящему сезону в российской суперлиге. Команда, представляющая Омскую область в элитном дивизионе отечественного женского волейбола, вернулась с учебно-тренировочных сборов в Болгарии и продолжает подготовку на своей базе. Оценить результаты, проделанные на сборах работы, а также проверить уровень готовности главным стартом сезона, «Амички» смогли на представительном международном турнире, прошедшем в болгарской Коварне. Наши девушки провели 5 матчей, и, несмотря на то, что играли после серьезных физических нагрузок, во всех одержали победы. В числе поверженных – клубы из России, Украины и Турции, а также национальная сборная Украины. Несмотря на то, что у нас 9 человек новых в команде, нам, в принципе, я считаю, довольно-таки быстро удалось создать новый коллектив, найти определенный стиль игры, определить обязанности и направление девчонок непосредственно в игре команды. Возникали, конечно, определенные проблемы, но команда справилась, результат был достигнут в этом турнире и в товарищеских матчах. Этот турнир показал то, что можем играть слаженно и все вместе. Ну, еще предстоит многое сделать, я думаю, и тренерский состав тоже это понимает. В принципе, каждый игрок по отдельности уже может что-то показать, а просто предстоит это все вместе скомпоновать. Если будем работать дальше в таком же духе, то, я думаю, игра с каждым днем будет становиться только лучше и лучше. В межсезонье в «Амичке» существенно обновился состав. Клуб пополнили сразу 9 новых волейболисток. Но на тренировках нет разделения на новичков и ветеранов. Былые заслуги здесь тоже не в счет. Титулованные спортсменки и вчерашние дублеры дружно выполняют задания наставников. За короткий период предсезонной подготовки тренерскому штабу удалось не только выстроить практически новую команду, но и создать в ней хороший микроклимат, что очень важно в игровых видах спорта. Мы нашли общий язык с тренером и с игроками. Поэтому, в принципе, каких-то трудностей я не испытываю. Я бы сказала, что, наверное, это одна из немногих команд в российской суперлиге, которая может похвастаться такими отношениями в команде. Поэтому проблем вообще никаких нет. Мы все дружим, все вместе встречаемся, все и проводим досуговое какое-то время. С первого дня, как сюда приехала, мне все понравилось, коллектив очень хороший. Чувствую здесь свою семью. Новый сезон «Амичка» начнет с розыгрыша Кубка России. Игры предварительного этапа пройдут с 20 по 24 сентября в Екатеринбурге. Первый матч чемпионата состоится 8 октября. В СКК имени Виктора Блинова «Амичка» встретится с «Самородком» из Хабаровска.